Ну а гэтыя спецыялісты робяць дываны з кветак, ракары і альпійскія горкі. За званне лепшых рабочых зялёнага будаўніцтва змагаюцца 10 каманд. Кожная прадстаўляе арыгінальную кветкавую кампазіцыю з казачным сюжэтам. Надзея Сербіненка даведалася, як стварыць незвычайную клумбу. Юлія і Павел на конкурсе лепшых гарадскіх азелянітеляў прадстаўляюць Першамайскі раён. Штодзень яны ствараюць кветкавыя кампазіцыі ўздоўж праспекта Незалежнасці, у зялёным лузе, каля нацыянальнай бібліятэкі і метро Уручча. Сёння аб'ект для творчасці – невялікая клумба ў парку Горкага. Все это детской тематики, поэтому очень хотелось, чтобы все было ярко. Используем мы тагети с ярких цветов. Используем бегонию, тоже ярких цветов. Профессийное журы оценивает клумбы конкурсанта одразу по нескольких критериях. Колористика композиции, правильность разбилки, подбор рассады и якость посадки. На створение ажурных узоров усяго 2 годины. Посадочный совок – головный инструмент рабочего зеленого будаўніцтва. С его допомогой и створают такие композиции. У якости ярких фарбов – кветки. У даденном выпадку – это оранжевый тагетис сорта Купидон. Финал першинства включает несколько этапов. Удельники спочатку поспоборничали у теоретичных ведах, а потом демонстрировали профессийное майстерство на практике. Хтось робил акцент на кветковые диваны, хтось на декоративные насыпы и драуляные конструкции. У нас используются как вспомогательные материалы, так и натуральные. Для увеличения объема цветника мы, вот видите, использовали конструкцию. Для того, чтобы было долговечно и красиво, конечно, надо использовать многолетние цветы, такие вот, которые есть красиво цветущие. Ну и, конечно, подбивать однолетними растениями. Усе удельники притримливаются головных правил у городского озеленения. Кветки повинны быть устойливыми до перепадов температур, недохопу вильхати у глебе, иметь пригожий выгляд, как минимум 3 месяца. Высаживаем постоянные уже цветники, те, которые состоят из летних растений. Они будут декоративны до наступления заморозков. Это в основном бегонии, петунии, цинерарии, резиния, тагетисы, сальвии. То есть весь спектр тех растений, около 30 видов, которые выращивают цветочные хозяйства, это все на объектах города можно видеть. Наши минчане и наши гости, и зарубежные, отмечают, что город красив не только архитектурой, но и своим озеленением, малыми формами, парками, скверами. И в данном случае это одна из важных профессий для жизни нашего города. Сёлета у спіс конкурсантаў мінскага майстра уключены и новые профессии. Машинист вышинного крана, урач-педыятр, журналист городских СМИ, метролог и агрохимик. Урачистое узнагароджанне пераможцаў конкурсу прав майстерства запланавана на 9 верасня. Надзея Сербіненка и Александр Берецкий, агентство «Теленавин».